животное представляет собой смесь чернобурой лисы и голубого песца. Не каждая лиса подойдет для выведения потомства лисописцов, как их называют в народе. Для селекционирования мехоблюрост лиса должна быть именно чернобурым, а писец – серебристым. Тогда вы получите тот самый мех, который ценится за свой внешний вид, он окрашен в два цвета – темный у основания и светлый на кончиках. Благодаря такой расцветке гибрид этого животного получил название «блюфрост», что в переводе с английского означает «голубой» и «ней». Мех так и сверкает, переливается, как только что выпавший снежок. Его серебристая окраска, нежная, светлая, неконтрастная, отличает его от меха чернобурки, в натуральном виде имеющего два цветовых перехода, от серого к белому у основания и от белого к черному на кончиках. Блюфрост отличается от своих родителей не только окраской, но и ворсом. Он тонкий, короткий и густой, поэтому шубы из него выглядят менее объемными, чем из меха писца. Однако в качестве этот мех не уступает своим предкам. Он отлично сберегает тепло и устойчив к износу.